Вон пиза же велюкс де ла пиза. Та ди ты на... Козёл. Та ди ты на... Не понял. Ла, Бразилия, Испания. Ля дерва да буверва. О, е. Франсуа, май фараса, итальянос, итальянская пицца, как же прекрасно тобою поживиться, это то, что я люблю поутру, и не только, это только я, и не только я, пицца это когда кусочек пиццы, кусочек сина кладешь в рот, когда на язычок падает сырок, когда кусочек колбаски туда же капает, я очень люблю, когда пицца тянется сыр, как в черепашках ниндзя, я очень люблю пиццу, и я без пиццы я не вижу жизни. Пицца – это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу. А я люблю пиццу, кусочки поедать, кусочки на язык класть и потом их глотать. Кусочки пиццы – самое лучшее, самое сильное, что я люблю. Пицца – one love, I love you. Пицца – one love, my, I love you. Пиццу сильно я очень люблю. Я люблю пиццу, я люблю кусочками рыгать. И потом я пиццу буду есть, поедать. Пицца никогда не будет для меня ненужной. Пицца, пицца, любимая моя, я так люблю тебя. Кусочек я кладу в ротик и глотаю кусочек колбаски. Пицца, любимая моя, пицца, ты создана для меня. Пицца, любимая моя, пицца, ты создана для меня. От придурок, я хочу пиццы. А сука. I wanna be pizza. Ну да, это, кстати, концепция мне нравится. Так-то, блин. Только мне не нравится, почему я тут типа в дурке, бля. Чё за хуйня? Та ди ты на... Козёл. Та ди ты на... Ла, Бразилия, Испания. Ля дерва да буверва, о, е. Франсуа, май фараса, итальянос, итальянская пицца, как же прекрасно тобою поживиться, это то, что я люблю поутру, и не только, это только я, и не только я, пицца это когда кусочек пиццы, кусочек сина кладешь в рот, когда на язычок падает сырок, когда кусочек колбаски туда же капает, я очень люблю, когда пицца тянется сыр, как в черепашках ниндзя, я очень люблю пиццу, и я без пиццы я не вижу жизни. Пицца это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу. А я люблю пиццу, кусочки поедать, кусочки на язык класть и потом их глотать. Кусочки пиццы, самое лучшее, самое сильное, что я люблю. Пицца one love, I love you. Пицца one love, my, I love you. Пиццу сильно я очень люблю. Я люблю пиццу, я люблю кусочками рыгать. И потом я пиццу буду есть, поедать. Пицца никогда не будет для меня ненужной. Но как там дела на заводе? Пицца, пицца, любимая моя, я так люблю тебя. Кусочек я кладу в ротик и глотаю. Ну как там на заводе у вас? Пицца, любимая моя, пицца, ты создана для меня. Пицца, любимая моя, пицца, ты создана для меня. Ну как там на заводе дела? Заткнись, блядь, танцор, и диско ебаный, блядь. Я хочу пиццы. Пицца! Пицца! Чела банят.
вот это деду надо. Играю, как тёлочки, отдыхаю, а я с ними зажигаю. Я тупо с тёлками отдыхаю на падике, тупо отдыхаю. Тупо отдыхаю сам. Да ёлки-моталки, Бразилия, Испания, братан, ну ты что, ну что ты творишь, блин, а? Такие донаты мне с утра, блин, ты что, вот это, блин, вообще, ну зачем, блин, я не заслужил, блин. Я такие донаты, блин, не заслужил, блин, огромное, блин, капец, блин. Я не знаю, ну хочешь там, не знаю, блин, ну хоть, блин, ну хочешь я могу с трусиком сфоткаться для тебя, блин. Да, супер. Хороший напиток. Замечательный, бодрящий, животворящий. Напиток богов. Даже сам Аристотель. Кто? Ну это, ты понял? Нет. Тебе не надо понимать. Вот, он когда-то, еще давным-давно до нашей эры, в каком-то веке, сказал: пей пиво пенное с удреца, что все было лобсаца. Опса дрыца, опса отца. Да. А, это тот, который потом пьяный валялся, да, и помер на лавочке. Я дебил. Это лавочек еще не было. Это было до нашей эры, тогда люди вместо молотка камнем били. Откуда пиво тогда, тот дурак? Пиво, оно не создано человеком, оно спущено с небес. Дарование Божие. Ну вот, будем хоть знать, вот что ты ума набирайся. Шо, блядь, да, старая, да. Ну, сука, концепция неизменна. Пойми меня правильно, бр. Вот, смотри, меня спрашивают, да, типа, ну, дедушка, типа, чела. Почему я никогда не женюсь? Рассказываю на примере своей профессии. Я штурман, работаю вторым помощником капитана на шаттл-танкере ледового класса. И моей главной обязанностью является обеспечение безопасности навигации. Когда я стою на вахте и управляю судном, то я несу ответственность. Ответственность за судно, за груз, но самое главное, за жизни членов экипажа. А это, на секундочку, 21 человеческая жизнь. А мы с вами знаем, что ответственность состоит из двух вещей. Это обязанности и полномочия. То есть мои обязанности — это обеспечить безопасность навигации, судна и экипажа. И для осуществления этих обязанностей я, как офицер, наделен определенными полномочиями. То есть у меня есть люди в подчинении, которые выполняют мои команды. А теперь спроецируем всю эту ситуацию на процесс бракосочетания. Я очень четко понимаю тот факт, что, вступая в брак, мужчина берет ответственность за женщину. Но вы понимаете, в чем прикол? Ведь в этой ответственности у мужчины есть только обязанности и никаких полномочий. То есть, вступая в брак, мужчина фактически отдает себя в рабство. Ну а как по-другому назвать взаимодействие двух индивидов, где у одного по отношению к другому одни лишь обязательства и ничего более? И я еще понимаю смысл олдскульного брака, когда там мужчина был главой семьи, когда были патриархальные отношения, когда мужское слово было законом. Но в современных реалиях тебя просто заклеймят абьюзером, закомплексованным, еще кем-то. То есть современный брак с прагматической точки зрения для мужчины, он вообще не нужен, он деструктивен. Поэтому, парни, решать только вам. Прожить классную, интересную, насыщенную жизнь с кучей классных и красивых девушек. Или же всю жизнь херачить на трех работах, а потом в 40 лет отъехать от инсульта. Вот, пожалуйста, сука. Почему я... Вот, значит, дадим нахуй всем женщинам бойкот, нахуй. Никакого бракосочетания, не будем рабами, сука. Никакого рабства для мужчин, сука. Никакого рабства не будет всем женщинам, сосать. Никакого брака, я сказал. Нет рабства, никакого рабства мужикам не будет.
не будет. Встаем все на ноги, блядь, и кричим: нет рабству, нет рабству. Если ты уже женат или у тебя женщина есть, подойди прямо сейчас к ней и скажи: слышишь ты, нет рабства, я не буду твоим рабом. И так вот все, каждый, имейте к себе уважение. Мужчины, поднимаемся с колен, поднимаемся и все хором кричим, скажешь: стоп рабство для мужчин, стоп, не будем рабами. Встаем, парни, мужчины, мужики, нет рабству. Дьяблы заходят на стрик, и шо там видят? Это бан, дубина, сука. Здесь я вижу только сплошной бан, блять. Данному персонажу грозит бан. Это бан, чучело. Я сижу в своей шкиле, а деда дома чинит свой БМВ обреченным взглядом. Он приехал с вещами опять а с ломоды. Дьяблы заходят на стрик, и шо там видят? И шо там видят? Патао, патао, патоу, тоу, тоу. Патао, патао, затуп и кроу. Патао, патао, Валера бой. Патао, патао, пожилой. Вот это бан, уебище, дотанцевалась курица ебаная. Тебе бан, чучело. Твоим тиктоком всем блок, нахуй. Пока. Ничего такая Кассандра, сука. Я бы с ней бы покассандрился. А вот это, смотри, это моя абрикосовая попка, смотри. Абрикосовая попка. Смотри, какой. Это абрикосик. Смотри. Смотри. Вот это абрикосовая попка. Смотри, какой. Это абрикосик. Смотри. Вот это абрикосовая попка. Смотри, какой. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Отвратительная фраза. Я считаю, что это дело лично каждой девушки, рожать или не рожать ребенка. Она сама понимает, сможет она его потянуть, да, вырастить, обучить. Образование сейчас очень дорогое. Либо не сможет. А какая-нибудь баба Маня из соседнего подъезда, которая говорит: да рожай, ничего страшного, ну пятеро вон выросли у тебя, ну подумаешь, милостыню просят на обочине, ну ничего страшного, и этот вырастет. Это безответственно, это неправильно. А когда планируешь детей, вот у меня есть ребенок, я не детоненавистница, у меня есть ребенок, но прежде чем его сделать, мы взвесили все за и против. Сможем ли мы его обучить сейчас, сможем ли его вырастить? Не понял. Дал Бог зайку. Ебать, что это за Брэдман, чел? Дал Бог зайку, даст и лужайку. 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 Дал Бог зайку. Даст ты лужайку. Что за бред? Это что за бред, чел? Осудительная хуйня, блядь. Да. Фэк. Это я, кстати, смотря. Это я, да. Смотри, какой, блин. Это я, да. Хочешь? Это я, блин. Смотря.